Давайте знакомиться. Игорь зовут. Представьтесь, как вас звать? Мы коллектив хора Северной посиделки. Когда организовался такой хор? 40 лет, в 2009 году было 40 лет. Значит, и гастролируете только здесь, в Архангельской области? Да. Или еще где-то? По Плесецкому району. По Плесецкому району. Мы даже в Архангельске на телевидении были. На космодроме выступали? Да. А песня «Северная» есть какая-нибудь? Есть. Какая? Есть. Во все века Архангел огородочки катались при Кедвине. Девочки, один куплет у «Батюшка Север», у них такая народная песня. Та-ра-ра-ра. 3-4. Россия велика, Россия святая, Север любимый наш край, его мы славим, счастье желаем, вечно живи. Но я приехал не один к вам сегодня. Встречаем Александра. Нам пожаловал прямо из города Сокол к вам в Архангельскую область. Шоумен соседний. Вологда. Выступали в Вологде? Ну что, угощать будете? Да. Садимся. Проходите. Спасибо. Садись, тебе не пристает. А что вам? По Савинскую иду, думаю, по городу. За нас держу иду, а думаю, за бороду. Еще порядки пока. Так, значит, первая стопка в кадр попадает. Давайте, быстренько, за вас. Селедочки, можно? За совместное выступление. Давайте, поздравляем, поздравляем. Давайте, пустыми кочокоцу не будем бить? Христос воскресе, с праздником. Воистину воскресе. Ждем космонавтики. Ура! Ура! Космонавт, космонавт улетает, и ступень нас с тобой накрывает, и огонь из ракеты пылает, и поверни. Вам новая песня будет. Космонавт, космонавт улетает, и ступень над тобою. Отвечать, вы поете, отвечаю. А две старушки на печи ждут умоложения. Одной 85, вторая без движения.